Без воды из-за угрозы подтопления. Обильное таяние снега может привести к проблеме в поселке Защиганск. Коммунальной компании в срочном порядке пришлось отключить водоснабжение ряда микрорайонов. В противном случае под водой оказались бы подвалы многоэтажек и областная детская больница. 4500 жителей поселка Защиганск остались без живительной влаги. Без воды сейчас микрорайоны Арман, Коктем, Кендала, Сарытау, Жаксаул, Хаул ученых, районы медколледжа, Мункиулы, птицефабрики и здания спеццона. Коммунальная компания сделала это вынужденно, поскольку есть угроза подтопления рядом многоэтажек и соцобъектов. Всему виной быстрое таяние снега и подъем уровня сточных вод в самотечном канализационном коллекторе. Поднялся уровень сточных вод КНС-29. Соответственно, у нас появилась угроза потопления подвалов на квартирных жилых домов, а также соцобъектов. Вследствие чего мы вынуждены были отключить от подачи воды большую часть поселка Зачаган, и мы отключили ПНС-39.